Благодарю, что вы с нами, и продолжаем выпуск. Уже с завтрашнего дня на казахстанских дорогах нарушителей станет в разы меньше. На пост заступают супермены в погонах Серик и Берик. Правда, на этот раз карма забросит их в еще более абсурдные и тупиковые ситуации. Страховка есть? Нету. Сын обещал сделать, так и не сделал. Давайте не будем, а? Я на работе вообще-то. Давайте со мной по уставу, пожалуйста. Рейтинги просмотров первых двух сезонов сделали «Патруль» самым популярным ситкомом в Казахстане. Но у «Полицейской истории» есть продолжение. А главное, юмора у актеров и сценаристов не убавилось. Мы решили в третьем сезоне взять наши острые проблемы. Ну, например, что бросают детей, как вы видите по новостям. То, что там мажоров дети как бы перегибают палочку. Также, конечно, Берег будет в своем образе, он также будет тупить. Серик как бы будет умничать, наш, конечно, Мура, как всегда, будет в своей дежурке. Наш Медет будет, конечно, гнилым полицейским. Третий сезон получился и более реалистичным. Судя по небольшому спойлеру, Серик и Берик даже на кладбище устроили переполох. У нас была съемка возле могилы, как бы, и нам надо было рыть могилу. Я вообще думал, что художники сами сделают могилу, прям заходишь на кладбище. И он роет прям могилу, жесть. Могилу на могиле роет. Я говорю, ты что делаешь-то, сбоку порой хотя бы? Он говорит, я же художник, должно все правдоподобно быть. Поэтому многие зрители, да что там, даже сами сотрудники в форме порой забывают, что Серик и Берик обычные актеры. Я спешил в парикмахерскую, пробегал прямо по пешеходу, и патрульная врата сказала, Берик, стой. Я остановился, говорю, извините, я вот это, сейчас давайте фотографируем. Спасибо, он сказал, что вы поднимаете наш авторитет. Каждые 5000 километров меняю масло, знаешь? Ну, значит, двигатель масло жрет. Нет, значит, ты на свои туфли масло убиваешься. Премьера первой серии третьего сезона состоится уже завтра в 19:50, сразу после новостей ревью. Не пропустите.